Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас сегодня воскресенье и водная волна. Так, посмотрим сейчас, что это у нас она из себя представляет. Это у нас, по-моему, первый раз такое событие. Ну, награда, легендарный набор, скорее всего. Так, и есть у нас еще битва с усилением. Ну, с усилением против цератозавров. Хорошо, давайте посмотрим сначала на водную волну. Да-да-да. Так, и здесь у нас будет именно 9 противников подводных. Вот, ну, давайте сейчас кого-нибудь тут выберем. Вот так. Мне ромалиозавр больше нравится. Ну, давайте возьмем. Не знаю, какого уровня здесь будут противники. А, ну, простенькие пока что. Дунклиозавр, а ну-ка, сможешь ли ты один всех съесть? Давайте сделаем немножко потише, а то что-то в последнее время как-то настройки звука изменились, игра стала громче, чем была раньше. Так, вообще-то мне сейчас нужно накопить баллов побольше. Пока у нас такие слабые противники идут, 120, 140, смотрите, у нас водные идут. Смотрите, как вот кайвеки, смотрите, вообще шикарно выглядит. У нее вот наш дункрезавр, он такой голубизной, да, то есть как фильтр в воде, а кайвеки у нас как будто бы не в воде, она такая вся яркая и классная. Такое бывает, у нас сейчас с кем, с Архелоном, по-моему, есть такой прикол. Разработчики забыли фильтр наложить. Как будто бы это у нас какой-то зауропод. Вот видите, вот плезиозавр уже у нас такой вот зафильтрованный. Вау, целую 1000 с нас сняли. Так, атакует на 3 из 4. О, прогнатодончик, смотри, как тоже прикольно выглядит. На 21 уровне. Так, дальше у нас идет черепашечка. Ну, красиво выглядит, да? Ты уже постоянно смотришь на эти, на 40 уровень, уже соскучился за менее вкачанными. Это у нас протостега. Так, ну здесь раз, два, три, четыре, раз, два, вот так вот как-то. Ух ты, вот это и она. Так, лептоклейдушка у нас там идет 25 уровня. Сможет ли он нам сделать больно? Вообще не, смотрите, он с бонусом 147, это плезиозавр был также без бонуса. А я еще и защитился на всю мощь. То есть у нас походу один внутризавр 30 уровень. Я еще не создал у себя 40-го. Так. А там идет вообще, блин, следующий идет Дунклиостей. Мы его вообще легко пробьем. Так, победили. Один против 9. Нормалек. Хотя, если бы они были не такими глупыми, да, насобирал бы 8 баллов и пробил бы меня за, там, за 2 раза. Так, 1 балл приберег у себя, да, отлично. Атакуем на 2. Раз, два, три в защиту и 3 в перенос. Кстати, да, дунклиозавр, ты же только что своего сородича отправил на ил полежать. Фигушки, протостегушка, мы были готовы к этому. Супер удар.
Мозазавру нужно было еще спереди сделать такие зубы, как у Дункалиостея. Вот именно, чтобы они спереди были, а не сбоку. Такие вот пластины костяные. А еще лучше сделать двойную челюсть, как у Мурены, ну как у Чужого, кстати. Чужого идею взяли у Мурены, у нее тоже, кстати, там двойная челюсть какая-то. Так. А это нам нужно сделать трижды, я что-то вообще на это не обратил внимания. Что это нужно сделать трижды, ребята. Ага. Ладно, ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Ну, это как бы вообще не печаль, не беда. Давайте тогда еще один бой сделаем, и потом пойдем наземными посажаемся. Хайнозавр. Мне тоже очень нравится, как выглядит хайнозавр. А эти помощнее, смотрите, они начинают уже бить 173, хотя нет, этот 105 бьет. Так, вот так сделаем. Так, три на кромером, да, у нас там пойдет 21 уровня. Пятьсот пятьдесят сбил. Опять два балла. Ну что ты будешь делать? Так, ну это будет много баллов сейчас, да? И сила удара уже 300. Это вам уже не просто так, но какой же он крохотный. Крохотка-то какой. И мы его преодолели. Это прям вот зубы у хайнозавра такие, как какого-то там базилизавра. Ну, у зубастого кашалота какого-то. Давайте еще поднакопимся на ксифактине. Это ксифактин, который проглотил своего родича Геликуса и умер от этого. Ах, ну что ты будешь делать? Целых 3 балла в защиту. Ну кто ж так ставит? Так, ну ксифактин, ну смотрите, какой гигантский. Он прям как хайнозавр. Так, дальше у нас Анхапристис идет. Очень гигантская рыба на самом деле. Одна из крупнейших. Там 8 метров. Здоровенная рыбёха. Но чертовски маленький сила укуса. Так, ну здесь мы тоже по изи ещё справляемся. Бедный-бедный мозазавр первого уровня. Дальше у нас идет Геликоприон. И длинна шеи один, да? Ну да, здесь легкие противники под водой. Мы всех за один удар пробиваем. Эластмозаврик с тоненькими, как иголочка, зубками. Для ловли рыбки.
Ну, 6 он точно в защиту не поставил. Так, здесь справились. Давайте заглянем вот сюда. Битвы с усилениями. Это у нас будет очень интересно. Так, существо сбежало. Птеродоустра у меня там. Сбежало, сбежало. Поимка, поимка. Мне там в комментариях писали, что если существо сбежало, и ты его игнорируешь, то оно как бы не сбежало. Да нифига. Вот, как бы посбегали без моего участия. Так, Барионикс. Один Барионикс может это затащить, ребята, как вы считаете? Усиление, усиление. У меня тут каких-то усилений было много. Вот я их покупал в этой, в гавани. Плюс 6 или плюс 8 щит, просто... Просто других там не продавали за монеты. Так, ну давай, Барионикс. У нас сейчас будет один бой, один герой. Этот герой у нас Барионикс. Я бы еще Монастига Топса взял бы. Синхронная анимация у них идет. Абсолютно синхронная. Ух ты, ё-моё, на 4. Ничего себе пробил он. Вот это то, о чем я говорил. Под водой тоже могли бы легко победить наши противники, если бы они баллы накопили. Так, ну чё-то мне кажется, что мы не переживем. Ну, в смысле, Барионикс. Хотя нет. Отлично. Ух, справились, а я-то думал, что придется при Атродону поработать. Так, усиление. Идем дальше. Апатозавры. Апатозавры, значит, нужно выбирать хищников. Так, ну с апатозаврами нужно что-то такое интересное придумать, да? Так, а интересно мне бы посражаться легендарными. Димитродончиком, как давно я им не сражался. И вот так вот. Ну давайте будем пробовать. Они, в принципе, посильнее, наверное, будут нас, если так посчитать суммарно. У них 10 тысяч жизни и 500 удара. У нас 10 тысяч жизни не насобирается, но удары у нас, конечно, помощнее будут. Ну и ему, и мне. Кстати, мне его пробить, наверное, даже сложнее. Он мне за сколько пробьет? За 3, максимум 4. Давай, Зухамим, держись. Мы в тебя верим. Ну вот этот Зухамим, да, совсем не похож на тот Зухамим, который у нас есть в Jurassic World Evolution. Или в Jurassic World Alive. Снова бьет. Смотрите, у нас какой агрессивный апатозавр попался. Давай, Зухич. Ну, у этого Зухамима как-то пасть слишком широковато. Но форма похожа.
Вот если сбоку смотреть, то похоже. Ну как раз на 3 проатаковал. Ладно, давайте так, немножко отщипнем от него. Хотя я его уже мог пробить, да? Ну и ладно, у нас тут есть Т-рекс, надо его обязательно выпустить. Не захотел? Ну интересно, ну давай. Он решил умереть от зуб не Димитродона, а тираннозавра. Еще и все баллы, смотрите, куда-то дел. Защиту не поставил, перенес. Так, ну и последний бой. У нас Троадоны. Кем мы будем побеждать Троадонов? Хищниками какими-то пойдем. Индоминус и Процератозавр, как вы считаете? Индораптор. Ну это сейчас распетляем. Так, а ну по размерам, так, процератозавров покрупнее будут. Кстати, черт, я его за один удар пробиваю. Ладно, давай так сделаем. Жизни у процератозавра-то, в принципе, немного, но удар вдвое сильнее, чем у Троадона. А он меня не может пробить. У него нехваточка. Так, ну мы сейчас будем по одному на душу. Сейчас индоминусом пробьем. Ну, процертозавры сейчас съедят. Нет, ну ладно, не захотели сесть, значит сейчас съедят индоминусом. Индоминус тоже пробивает его за один удар. Ну, 3 хватит, надеюсь. Отлично, идеально. А, выжил, выжил. Ну и финита ля комедия, ребята. Индораптор поставил последнюю кровавую точку. Я думал, игра уже зависла. Получаем набор Пустоши Америки. Пять штук, да, наверное? Ну да, с такими маленькими призами, то должно быть 5 наград. Вот, в общем-то, и все, ребяточки. Тогда я подводную битву уже пройду как-нибудь за кадром. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.